Спасибо. Ты кто? Ну, к нашему всему. Как фестиваль? Ну, что можно сказать? Ну, правду? Правду. Нам понравилось. Также и зрителям. Ну, рад? Будем надеяться. А вот сейчас мы к Червяку. Червяку, здравствуйте, как вас? Дмитрий. Ну, расскажите. Впечатление от концерта, ударно получилось. Как наши славгородские? Мощно рубят. Нас выкосит эта молодая поросль. Вот арматура, тень нет. Ну, мы думаем, будем репетировать и дальше. Тянетесь. Да, чтобы нас никто не обогнал. Будем стараться. Давай, не смотри, ты на него. Поле чудес. Нормально. Что, устал за две группы играть? Просто скажи, устал за две группы колотить. Просто скажи. Давай. Ну ты что, не задай. Дима устал? Да нет, не очень. Ну просто за две группы колотил, да. Скажи. Канай. Рассказывай. Что рассказывать? Понравилось? Замечательный фестиваль, но устали. Зрители или вы? Мы устали. Было нет. Не, ну в принципе мы могли бы отработать бы еще раз. То есть не нашел время. Блин, не ту. Не, вот посмотри, какой колоритный, а мы к нему не подошли. Ну хоть бы рубаху ровно на груди. Прошло. Одно только у нас еще не хватает публики той, которая действительно понимает эту музыку, которая действительно может отдаваться ей. То есть, опять же, у каждого разные вкусы, каждому нравится то, что, что нравится. Насильно мил не будешь. Ветер с моря дул, кому-то нравится Металлика, Железо, там, Slayer, Megadeth, Creator. Ну, аура – это одно, и аура – это неизменно, аура – это постоянно, и аура – это всегда. ИСС, два слова об ИСС. Леш, иди сюда.